Всем привет, с вами я, Антон Фастер, и сегодня у меня будет распаковка фигурки по Сонику. Your Sonic футболист. Так выглядит коробка с передней стороны, а так сзади. Тут, кстати, его статистика, то есть его скорость, его сила. И тут уже другие фигурки этой серии. Они, скорее всего, по игре Sonic и Mario Олимпийские игры 2020. Sega и все остальное. Что ж, давайте распаковывать. Это моя первая фигурка по Сонику. Так долго ждал. Так как тут... Я сначала... Первоначально не хотел распаковывать, поскольку фигурки по Сонику, они быстро становятся редкими. А тут можно, в принципе, без канцелярского ножа. Там еще был Супер Соник, но мне не нравилось, что у него руки были желтого цвета, а не по канону. Они по канону должны были быть бежевого цвета, как и кожа его. Все. Открыли. Сначала мяч. Все. Ого. Он такой твердый. Да давай! Сумки может. Так. Как бы все не повредить. Ничего. Да-да-да. Нет. Да, голова отвалилась. Отлично. А все. Отлично. В принципе, я уже немного поигрался, разобрался. Тут у него, да, Green Hill написано. И можно при желании снять эту майку. Я в некоторых моментах расстроен и в то же время приятно удивлен. Расстроен по тем моментам, что тут у него, видите, такие черные точки. Не нравится мне это. И еще такие черные точки. Да, тут. У фигурки 9 точек артикуляции на руках, на голове и на ногах. Голову можно повернуть на 360 градусов. Я разочарован также в плане мяча, хотя это свой такой нюанс. Я ожидал, что он будет таким резиновым, что можно его, да, ощутить, прям как настоящий мяч ощутить. И тут еще проблема с покраской. Да, тут такие пятна синие. Но, невзирая на все эти недостатки, фигурка просто замечательная. Я ее советую всем соникофанам, тем более она устойчивая, если будет стоять на полке или играться для каких-нибудь фотографий, движений, то можно, в принципе, брать, делать все. А тут такие белые серые пятна. Можно закрасить в черный, и все нормально будет. И также одному большому недостатку я бы отметил цену фигурки. То есть 2670 рублей. Я брал с Озон.ру и пришло за 2-3 недели. Сейчас я вам наглядно покажу, как снять эту майку. Но могли они не
Гринхилл здесь написать, а допустим Suicide Hill из Sonic Heroes, либо же Metal Harbor, еще City Escape, который сейчас у меня играет. Escape from the City. Хотелось бы еще Tales и Shadow. Все, получился обычный Modern Sonic. И он может также мяч так пинать, пах, и гол забивать. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на фигурку будет в описании и в комментариях. Все. Всем спасибо, всем успехов, собирайте кольца!